39 серия. Участок Нарвск-Магадан. В этой серии будет пройдено 60 километров вдоль реки Селенга. Титрами и стрелкой указано направление, место нахождения реки практически вдоль всего маршрута. В этой серии река Селенга с левой стороны по ходу. Временами видно будет зеркало реки. Титрами обозначены основные населенные пункты, через которые проходит маршрут. И вот уже где-то в этом месте стал задумываться о том, что мне может не хватить внешнего носителя. Я с собой взял два внешних диска по 2 терабайта. И уже стал замечать, что расходуется память очень интенсивно. И вот сейчас стоит вопрос, который нужно решить. Это приобрести еще дополнительно внешнюю память. Так вот прикинул, что мне до Магадана 4 терабайт не хватит. Где еще брать? Кроме крупных городов. Ну, в общем, задумался, где взять, или в Улан-Удэ, или в Чите, или еще где. Но стоит проблема появилась, это приобретение внешнего жесткого диска. Как минимум на 4 терабайта. Вижу точную точку. Заехать. Комментарии. Саша Горохов написал: «Привет с Днепра. С интересом посмотрел. Начало долгого пути. Красивые места, природа, дорога. Никогда не был в этих краях. Родом я из Горьковской области. Хочу прокатиться. Заехать по всему маршруту. Насколько мне хватит, не знаю. Сериал 500 серий». Значит, уже показывает практика, что не менее 600 серий будет в общей сложности. Так что добро пожаловать в компанию. Ну, поехали дальше, а я начинаю обрабатывать 140-ю серию. Опять на экране скорость и вода. Все впечатляемые. Все эти оповещения убрать нафиг.
остановиться. Материал груженный. Что там с фурой? Привет, Юля. Ну как там первый день прошел у нашего трудяги, ученика, школяра, первоклассника? Что-то нет ни видео, ни фотографии от Валентина. Если есть, скинь, пожалуйста. Так, сила сигнала, значит, Теле2 100%, 4G, 75 100% периодически показывает, 4G, Мегафон LTE 100%. Поезд прошел, мы тронулись, 25 километров, поворот налево. Какой здесь переезд? Ну, переезд, скажем так, человеческий. Роснефть рулит.
бывшая сеть Роснефти заправок. Нефти вообще ни разу не видел. Поделили Россию на регионы, и кто курирует. Впереди камера на 40. Фото сбрасывает. Сегодня внучок пошел первый раз в первый класс. Пожухли. Не все. Может, там нет выхлопных газов от автомобилей. Может быть, полосень.
администратор, даже не заморачиваешься, знаешь, что спутники будут моментально установлены связь со спутниками. Сейчас связь поддерживает 12 спутников. Сейчас это кукарекает.
Температура на улице 21,5. 5,8 литра на 100 километров. 389 со дня, с момента старта сегодня. Очень далеко стоят. Где-то в Забайкале, где-то там.
пожалуйста, красный асфальт, или как. Я об этом говорил, когда ехали в Карелии. Там был зеленоватый вроде бы оттенок.
спектр какой.
кочевник. Ягобуза, вот они где. Ягобуза. Нормально приготовленные манты, они ничем не уступают бузам, но это нужно готовить самому, такие манты. То, что продают в магазине или в ресторанах, в столовых, это пародия на манты. А вот бузы все-таки люди дорожат национальным блюдом, делают их. То, чтобы от души, с сердцем, наверное, с душой. Если она повезет, пройдет маршрут, не заезжая, видео, тогда надо будет в Чите.